Мои дорогие, всем привет! Решила записать для вас небольшое видео по работе фенстайлером. Как обычно это все работает. Мы берем фенстайлер, причем неважно, Remus Model S, как у меня, Bork или Dyson. Потоком воздуха этот стайлер засасывает вашу прядку, начиная с кончиков. Далее мы продвигаемся плавно к основанию, и в итоге мы получаем пересушенные концы и недогретое основание. Это влияет на стойкость вашей укладки и здоровье ваших кончиков. Как исправить эту ситуацию, давайте рассмотрим на примере этой прядки. Ставлю стайлер близко к корню, включаю его и далее самостоятельно начинаю наматывать прядь. Прогреваю основание, продвигаюсь по длине, прогреваю длину и совсем немного в самом конце прогреваю кончик. Таким образом мы равномерно прогреваем прядь, локон будет более стойким и у нас не будет перегретых кончиков.